В таком прекрасном расположении духа все прекрасно выглядят, просто не только артисты, все и гости, и организаторы, все прекрасно выглядят, очень хорошо, приятно, приятно. Очень радостно, что несмотря на такую, скажем так, нелегкую погоду, все равно все собрались, все нашли время для того, чтобы порадовать себя и других на этом празднике, который называется у нас Баден-Зухтен Суперстар. Дорогие друзья, сегодня у нас несколько общин присутствует на этом мероприятии. К сожалению, не все, не во всех общинах, к сожалению, есть таланты. Но те общины, которые приехали, мы, конечно же, сейчас поприветствуем. Община Баден-Баден! Община Карлсруэ. Община города Хайдельберг. Кроме того, с нами сегодня, конечно же, община города Фрайбург. Никого не забыл? Нет, я просто вижу, вот Форцхайм как раз заходит в дверь. И община Форцхайм, конечно же. Несколько общин еще в пути, мы их ждать не будем, они к следующему мероприятию как раз доберутся. Поэтому передаю слово для приветствия председателю еврейской общины города Фрайбург, госпоже Кац. Аплодисменты, пожалуйста. Спасибо, добрый день, немножечко громкий микрофон. Так хорошо слышно? Да. Мы приветствуем вас, правление приветствует вас, Миша, Леня Вайнштайн, Миша Кременов, я приветствую вас, правление Мишу в своем. Вместе постоянно, кстати, по заявкам, вашим же заявкам, мы быстро поставили камеру, потому что в связи с законом о защите данных от 25 мая сего года, кстати, мой день рождения, немножечко сложности со съемкой. Поэтому если в зале все-таки, это нужно сказать, есть кто-то, кто не хочет в кадре, пожалуйста, скажите нашему Мише, он вас обойдет стороной, потому что мы это опубликовываем у нас на страничке. Мы видим по количеству людей, которые посмотрели фильмы, что это за 100, за 200, за 300, иногда даже 400 получается. То есть интерес есть, но на всякий случай мы спрашиваем, потому что это связано с всякими юридическими делами, чтобы не было у нас проблем. Окей. Эрик, наш мастер по музыке, по песням, по организации, по Бад Киссингену, Бад Зобенхайму. Огромная работа проводится им в ИРГИ, так называемый Обера, вы знаете, под названием Обера Бадена. Супер, я благодарю за ту работу, которую Эрик делает, поддерживая нас все. И вы знаете, если вы будете уже под Зобенхайму или будете под Киссингену, то там бессменно Эрик проводит работу с нами. Это один из самых активно работающих в рамках ИРГ, в рамках Оберата, которым я также являюсь делегатом этого Оберата. Там, значит, 21 человек в Оберате. Мы иногда Оберат критикуем, но, в принципе, конечно, Оберат, председатель Рави Сулейман, делает большую работу. Мы знаем, что синагога строится, Ротваль, к сожалению, сегодня Ротваля нет, но ему так далеко добираться. Ротваль построили синагогу, мы строили синагогу в Констанце, уже в следующем году, в июле, будет открыта синагога в Констанце, в Баден-Баден, я здесь смотрю, тоже выстроят синагогу, мы уже все подписали, и еврейский архитектор будет строить вашу синагогу, так что мы довольны этим. В Фрайбурге есть большая радость, наверное, знаете, стрессы, что 18 декабря мы вместе с Ирги Баден, вместе с Обератом и вместе с городом Фрайбургом писали историческое решение, писали решение передачи этой синагоги, всего этого здания нам, израильской общине Фрайбурга. Здесь должны быть аплодисменты громкие. Нового года всегда была эта мечта, всегда была эта идея, но она не была приведена к реализации. Нужно отдать
должное Раве Сулейману, который нашел решение. Нужно отдать должное Богу Фрайбургу, которые заплатили частично за санирование этой синагоги. То есть то, что действительно мы об этом мечтали, подумайте. 80 лет назад была старшина в Баден-Бадене, и в других городах была старшина синагога старая, которая была на площади старой синагоги. И вот за 80 лет это первый раз, когда израильтянская еврейская община Фрайбурга получила общину в свою собственность. Действительно, исторический факт, мы вам желаем Баден-Бадене. Так, чтобы все это было нормально, чтобы построена была синагога, в которой вам было бы уютно, чтобы все было хорошо. С Новым годом! С Новым годом вас наступающим, календарным годом, чтобы все было хорошо в ваших семьях, у вас, у ваших детей, у ваших внуков, у ваших правнуков, и чтобы мы действительно по закону террористическому, если бы нас было больше. По прохождению, Эльф еще скажет, у нас будет пауза с тем, чтобы кухня приготовила, поднакрыла обед, и мы идем в зал, и там Моше Хаюн, которого все знают, которого все любят, во всех общинах, аплодисменты ему сразу же. Он будет вас сделать короткую молитву и будет вам исполнить пару песен, его знают во всех общинах Бадена, все его любят. С микрофон дальше Эльфу Ройнштейн. Viel Spaß, много удовольствия. Аплодисменты, госпожа Кац, председатель еврейской общины Фрайбург. Дорогие друзья, теперь немного о нашей программе. Сначала концерт. Все общины будут представлять свои таланты. Каждая община по очереди, каждая община сама объявляет свою программу. То есть порядок, вы видели, вывешен на дверях, вообще и наверху тоже есть программа нашего мероприятия. Община выходит, сама себя представляет, мы внимательно и с удовольствием наблюдаем и аплодируем. Один момент. В нашем мероприятии, как вы понимаете, принимают участие таланты разных уровней, назовем это так. Есть суперпрофессионалы, известные из телевидения, радио. То есть, вы понимаете, есть очень-очень известные серьезные артисты. Также есть очень начинающие артисты, которые буквально для них это первое выступление при таком большом стечении народа. Поэтому огромная просьба одинаково радостно приветствовать всех участников и суперпрофессионалов, и начинающих. Это огромная просьба, можно потренироваться, как мы будем приветствовать всех. Потому что стараться будет одинаково, что профессионалы, что начинающие. Теперь о том, как все это будет происходить. Сначала концерт, он будет длиться примерно 1.5-2 часа, смотря как артисты в каком темпе будут петь и танцевать, и как наш уважаемый звукооператор, какой темп будет делать на своей аппаратуре. После этого обед. Но перед обедом мы все, как говорила госпожа Кац, мы все проходим в синагогу, там встречаемся с уважаемым господином Хаюном, он нам проведет короткую молитву, споет. За это время здесь будут установлены праздничные столы, еда, напитки, потом возвращаемся обед. И после обеда, конечно, самая главная часть нашей программы – дискотека. После еды, после того, как мы наберем калорий, надо обязательно будет их сбросить. После обеда танцевальная программа. Поэтому те, кто случайно или по незнанию взяли билеты на поезда чуть раньше, придется их срочно сбегать поменять. Потому что сегодня будем танцевать до упада и таланты, и таланты. Поэтому будем начинать постепенно. Первая команда, которая выходит на сцену, это еврейская община города Баден-Баден! Аплодисменты! Сейчас мы вам представляем музыкальный хор, который называется «Осим Хаим». Thank you.
сестра Ванович споет вам серенаду Смита. Из оперы Жоржа Бельзе «Перцкая красавица». Вдоль по улице метелица метет.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
третья песня. Она называется «Стаканчики». И она из фильма «Голос». Она о том, как женщина поет своему любимому, что она ей надо уехать. Что ей надо уехать от него далеко. И, возможно, они долгое время не встретятся. Сейчас я ее...